обстановку в Сирии, когда может состояться встреча группы действий по Сирии? Может ли эта встреча состояться в Москве? И когда ожидается визит в Москву Брахимы? Мы эту встречу готовы проводить в любое время, но понимаем, что необходимо ее хорошо подготовить. В августе, когда мы высказались за то, чтобы эта группа срочно собралась и подтвердила необходимость выполнения Женевского коммюнике, а самое главное, чтобы все члены этой группы обязались оказывать соответствующее воздействие на воюющие стороны, наши партнеры были к этому не готовы. Но сейчас, когда Лакдар Брахими вступил в свои полномочия специального представителя ООН и Лиги арабских государств, нам, конечно, важно почувствовать его ощущения. Он уже был один раз в регионе, в том числе в Дамаске. Сейчас он направляется в регион вновь, после чего рассчитывает сформулировать какие-то идеи, которые, как он мне сказал в Нью-Йорке, будут опираться и будут учитывать основные идеи Женевского коммюнике. Я считаю, что это абсолютно правильно. Что касается его приезда в Россию, у него есть приглашение. Он обещал, что он им воспользуется. Мы будем ждать его конкретных предложений по срокам. Я с ним провел достаточно обстоятельную беседу, когда был на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И у меня есть ощущение, что он хочет использовать тот небольшой, но все-таки шанс, который у него имеется. Сергей Викторович, как бы вы оценили роль международных парламентских организаций в деле укрепления европейской безопасности? Ну, в частности, насколько, на ваш взгляд, они свой потенциал используют полно? Я говорил сегодня в своем выступлении на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа. Вся парламентская дипломатия, которая представлена в Европе, я считаю, она очень важна для формирования соответствующего общественного мнения, для разъяснения своим избирателям, что те высокие принципы, которые заложены были в документах той же Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в документах Совета России и НАТО, что эти принципы должны воплощаться в жизнь. Я имею в виду, прежде всего, принцип неделимости безопасности. Безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности кого-либо из числа других государств. Этот принцип провозглашен, как я уже сказал, в соответствующих документах, в качестве политической декларации. Но как-то вот он пока не работает, потому что разделительные линии остаются. Зоны с разной степенью защищенности, с разной степенью безопасности в Европе тоже остаются. И поэтому вот идея политическую декларацию превратить в юридически обязывающий договор, она нисколько не утратила своей актуальности, и мы находимся в тесном контакте и с членами Совета Федерации, и с депутатами Государственной Думы по вопросам согласованности наших действий по линии межправительственных структур в Европе и по линии межпарламентского сотрудничества, включая парламентские ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы. Есть контакты у наших парламентариев и с Европарламентом, и с парламентской ассамблеей НАТО. Это очень важные площадки, потому что позволяют вести разговор напрямую с теми, кто представляет народ, народы Европы. Алексей Зайцев, как вы считаете, насколько влияют экономические проблемы в Иране на напряженную ситуацию с потенциальной войной с Израилем? Потенциальная война с Израилем – это... Иран, по-моему, не собирается войну Израилю объявлять. Мы слышим периодически угрозы, что если не будет прогресса в урегулировании иранской ядерной программы, то не останется иных средств, кроме как применить силу. Я очень рассчитываю, что этого никогда не произойдет, потому что это кратчайший путь к тому, чтобы подорвать усилия по урегулированию всех вопросов, которые сохраняются в отношении иранской ядерной программы. Сила всегда встречает противодействие, и такие сценарии писать, я думаю, весьма и весьма безответственно. Сейчас самое главное сконцентрироваться на работе в рамках группы 5+1. Готовится очередной раунд переговоров между этой группой на уровне заместителей министров иностранных дел и Ираном. Есть наработки, которые в том числе продвигает и российская сторона, и которые дают надежду на то, что появится выход из тупика. Наработки заключаются в том, чтобы признать право Ирана на обогащение урана при условии
закрытие им всех вопросов, которые к нему накопились у МАГАТЭ. И Иран и МАГАТЭ также запланировали контакты на ближайшую перспективу для того, чтобы договориться, как рассматривать эти вот накопившиеся вопросы и как делать так, чтобы их последовательно закрывать. Так что я бы сейчас предостерег всех тех, кто строит какие-то такие панические сценарии. Надо всем концентрироваться на побуждении к диалогу всех тех, от кого зависит это решение. Прежде всего, Иран МАГАТЭ и Иран группа 5+1. Сергей Викторович, скажите, понятно, что прогнозы дела в принципе неблагодарны, но тем не менее, вот как вам представляется дальнейшее развитие событий вокруг Сирии и Турции? Ну, вы уже сами ответили на свой вопрос, причем ответили до того, как вы его задали. Мы вообще прогнозов стараемся не делать таких вот на некие эмоциональные темы. Прогнозы во внешней политике должны быть основаны на очень хорошем анализе ситуации, на оценке опыта. И опыт показывает, что когда начинаются какие-то трения между двумя соседними странами, наилучший способ установить канал прямой связи. Я знаю, что сирийская сторона к этому готова. Я уверен, что и турецкая сторона готова к этому же. По крайней мере, это будет самый простой способ устранения каких-либо искаженных толкований и интерпретаций. Мы бы были заинтересованы в том, чтобы такой канал был установлен. Будем поощрять наших партнеров к тому, чтобы это было сделано.